Дать? Дай мне тоже строить. Да, я тоже хочу строить. А я тоже строить. И я строить хочу. И я хочу. Блин, строить хочу. Давай создавать коммунистическую рабочую партию. Дайте мне строить. Строить! А чё орать-то? Строя! Ну да построим такой большой кораблик и плывём! Давай построим! Давай одновременно говорить вообще полный бред. Оля, ты будешь моим новым покемоном? Оля, дай строить! Оля! Строим! Она вышла. Довели человека. Да какой-то батя на заднем плане что-то твердит. Админ, дай строить! Спасибо, админ! Админ, дай строить! Я не буду ломать. Не беспокойся. Олег, давай ломать. Не, ну забанит, неинтересно. Да мы аккуратно. Графон. Давай, строй. Ну этот админ что-то... О, что за фигня творится, смотри, кто-то ломает сына. Админ, зачем мне строишь? Долгин кимбэп! Блин, она сейчас залагала. Не ломай. Я тебе строить помогаю. Ух, ретро вообще! Блин, дает! Долгин кимбэп! Ты не помогаешь строить, ты рушишься, зачем? Давайте чини. Олег, чиним. Чиним. Починил. Давай помогай, чё ты. Ремонт от Олег. Давай лучше чини, лучше. Чини, больше не чини. А если будешь чинить, то мы будем кусаться. Ты чё сказал, вообще сам помню? Вот да? Ой-ой-ой! Админ, что они дал нам строить? Любим строить, да. О, строит! Пошли за мной! Давай ломать, Олег, пойдем дверь сломать там. Ты что творишь, Вот Майнкрафт говно, Олег, понял? Да. А как здесь покемонов выбирать? Я хочу Пикачу! Нет покемона! Мы строили! Балт разрушает! Недоволен! Строй! А могу я себе единорога купить? Ломай! Ох, дома, могу я себе коня купить какого-нибудь? Камика хочу! Олег, как там на твои успехи с ломанием? Все, ладно, хватит, давай подождем тебе. Ух ты, какой лестница красивый! Где Бизон? Здоровый Бизон! Ух ты, правда, такой здоровый! Чужие вещи брать нельзя и разрушать запрещено. Почему? Кабан вещь! Давай его убьем! Я его убил! А куда он исчез? А почему тут дерево летает? Дерево летага! Посмотри, я построил дом! Смотрите! Смотрим!
Стабильность, стабильность, а где Путин? Копай, он где-то здесь. Где Путин? Я не вижу, покажи. Где Путин? Ой, правда Путин. Какой-то не Путин. Где его человеческий облик? Ты зачем Путина убил? Фашист! А как же стабильность? Хорошая фашиста! Конец.